Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать вторую куколку, да? Да. Давай, посмотрим, кто нам попадется вперед. А вот ты мне сдала подсказку. Что там нарисовано? Давай на подсказке. Там нарисовано золото. Ух ты! 24 карата и куколка. Плюс куколка, да? Какая-то у нас золотая будет куколка. Вот. Угу. Вот. Тоже черный шарик, да? Давай. О, какая у тебя желтая бутылочка теперь, да? Желтая с золотым верхом бутылочка. Угу. Видите, что нарисован котенок и написано, вы видели моего потерянного котенка? Вот еще. Ну-ка, давай, что там такое? Ой, котеночка. Котеночка. Ботиночки там? Да, у куколки, куколка потеряла своего кошечку. Кошечку, ой, какие ботиночки, да? Кошечку она потеряла. Кошечку потеряла. Здесь еще что-то есть. Вот его. Это у нее такое ожерелье, видишь? Ожерелье на шейку одевать куколке. Давай, что там еще есть? Ушнёрка. Что это такое? Ушнёрка. Что-то маленькое, подожди, что это? Это браслет у нее такой. Ну что, там кто там у тебя? Куколка? Да, вот такая вот куколка. Видишь, диджей попалась. Смотри, какая красивая, блестящая. Это я открываю. Ой, у меня котик потерялся. Да, у нее котик потерял. На, одежду давай сначала ее найдем, твоей куколке, а потом с котиком будем разбираться, хорошо? Видео. Да, видео. Ну как, одежда, да? Одежда нашлась. Будешь ее сразу наряжать? Вот какая у нас получилась куколка Диджей, да? Да, а он... Да, она говорит Черри, привет, Черри! А Черри ей что отвечает? Да, я никак не могу найти твоего кота. А ты ищешь моего кота? Да, он потерялся, я сама не знаю, где его искать. Ну что, давай теперь напоим нашу красавицу водичкой и посмотрим, что она умеет делать. Давай. Пробуй что-то делай. Ой, как плачет, да? Видела? Ой, как плачет она у тебя. Здорово, да? Ну что, ты будешь обеих куколок кормить? Да. Давай, корми обеих куколок. А как они будут кушать? Ну как, покажи, как они. Ты чем их кормишь? Пиццей, вкусную пиццу для каждой куколки. Давай. Это тебе, Диджей. У кого вкуснее пицца была? У меня и у меня. Ой, какая вкусная пицца. Пока-пока, ставьте лайки, всем пока.